Ратники вышли у немцев из доверия и оказались в концлагере, а кого-то и расстреляли, то не потому, что были противниками нацистской теории и практики, а потому, что им предназначалась роль подручных, а они претендовали на большее. Коль связался с преступниками, не удивляйся, что сам стал их жертвой. Беда в том, что в советские времена все скрывалось, история искажалась и препарировалась. В результате нелюбовь к советской власти придала героические черты всем, кто с ней сражался. Вокруг Бандеры, Шухевича, УПА сложились легенды и мифы, которых они не заслуживают. Мифы живут долго, но не становятся от этого правдивее. А когда Советский Союз рушился, Степана Бандеру сделали знаменем, героем антироссийской борьбы. И он вытеснил в исторической памяти другие, куда более достойные фигуры украинской истории. В чем нуждаются и Россия, и Украина, то это в углубленном, основательном изучении нашей общей истории, которая не должна превращаться в инструмент текущей политики. И тогда, быть может, мы лучше поймем многосложную историю украинского национального движения, а здесь, на Украине, перестанут называть Степана Бандеру героем.